Всем привет! Вы там из-за моей красной шапочки не видно лисика слегка прибалдевшего. Я там для ТикТока снимала видосик, поэтому купила себе красную шапочку. Вот теперь хочу немножко потроллить птичек. Что? Как тебе? Что? А как там Томочка? Давайте сначала к Томочке подойдем, потому что Томочка у нас самый крикливый. Привет! Я красная шапочка. А Томочка как-то относится спокойнее к головным уборам и к очкам. Здравствуй, лисик. Я уже видео сняла, поэтому если ты разгрызешь мне шляпку, то я это переживу. Привет. Это я. Принесла пирожков. А почему у тебя, бабушка, такие большие глазки? А почему у тебя такой большой носик? То есть клювик? Почему? Почему же у тебя такой здоровый? Почему у тебя вместо рук крылья? Да, и вместо рук у тебя крылья. Что? А, веревочка. Ну давай, ладно, тяни. На. Обычно так собачки играют, перетягивают. Томочка, как же у тебя забыли? Ну, привет. Привет. Нет. В баню. А давайте еще, уже 100 лет не подходили. Ой, простите, я все время забываю. Аркаша, привет. Привет, Аркашик. Как тебе шляпка, нормально? Да, нравится? Похоже, наверное, на кубинскую самочку. Да. Да, Аркадий? Ну, в общем, по-моему, птички остались вполне удовлетворены и довольны. Не рви! Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки. Спасибо вам за просмотры. Пока!